Дорогие друзья, всем привет! Мы на выставке Dive Show. Приглашаем вас всех на наш стенд Salvemara MPD. Собственно говоря, для вас вот его организовали. Все наши новиночки представлены здесь. Пойдемте вкратце покажу, что нового у нас есть. В первую очередь, наши ружья Арос, само собой. Вот она, новинка этого года. Крайне интересно. Ну, как новинка? Уже продали, блин, штук 100. Уже народ доволен. Я уже себе взял такое. Я доволен этим ружьишком. Очень интересное оно. Оно здесь на выставке представлено. И в этом году появляется еще и моделька с направленной рукояткой Arres DX. То есть здесь у нас получается направленная рукоять, что довольно-таки удобно. Вот. Увеличивает точность, увеличивает, улучшает хват. Вот такие вот новые костюмчики для снорклинга. Они супер мягкие, супер эластичные. Очень удобные. Их было крайне легко одевать на манекены. Это манекен Вася, это манекен Даша. Они тоже работают у нас на стенде. Вот такие вот красивенькие мужская и женская длинные модельки. А на ногшках у них наши новые ботики. Вот они. Garda Boots и Riviera SF. Но это не все новые гидрокостюмчики. Они у нас вот там. Вот модель Riviera. Короткий, женский и мужской. Со всякими сумочками, масочками. А вот здесь у нас бюджетная модель Garda Splash. Мужской и женский коротенькие костюмчики. На выставке уже появилась новая катушка микро для пневматических ружей. Посмотрите, вот это стандартная катушка, которая была всегда, а вот новая катушечка микро. В нее влезает до 30 метров линя 1,5-миллиметрового, и она компактненькая, аккуратненькая и идеально подходит на небольшие ружья 55-ки. Потому что эта бандура, конечно, больше подходит на ружья длиной 85 и более. А это прям вот то, чего ждали наши клиенты. Мы сами, я сам себе уже принял решение, что точно поменяю на такую катушечку на маленьком ружье. Она намного гармоничнее и намного легче. Ребята, у нас появился карбон. Карбоновые лопасти спидер. В трех жесткостях. Soft, medium и hard. Теперь можно точно как на втором моторе плыть. Оп. На выставке есть у нас еще одна вот такая новиночка. Буй плотик от Servimar. Раньше не было. Вот сейчас он вышел. Прикольно, что у него есть вот такой кармашек на липучках. И в этом кармашке можно положить какую-нибудь ракушку, бутылку воды, да и что угодно, в общем-то, что может пригодиться вам на подводной охоте. Он плотно закрывается на липучке, и даже если волной его как-то перевернет, то, что у вас лежит там, не вывалится. Снизу он оснащен вот такими вот петельками для крепления, к которым можно прицепить кукан, запасное ружье и так далее. Флажок достаточно высокий, цвет достаточно яркий, его хорошо видно с воды для плавсредств. Дорогие друзья, ждем вас, в общем-то, на нашем стенде. Сегодня четверг, до воскресенья, до 5 часов вечера мы здесь. Будем очень рады видеть вас на нашем стенде. С удовольствием покажем вам все новинки Salvemar и MPD на 2024 год. Обсудим подводную охоту, нырялку, все кайфушки, которые ждут нас от нашего любимого увлечения в этом году. Ждем вас на нашем стенде.